прежней конверсии остался вот такой вот набор запчастей. Почти целая «Волга». Ну, как бы не хватает панели приборов. Это печатанное внутри поставил, заднее кресло. Ну, естественно, бампер не хватает. Ну, в принципе, как бы можно сделать просто модельку. Но, опять же, зачем? Ну, и недолго я думал, что с ней делать, и придумал. Будет она у меня Дзинтера «Волга». Ну, вот в стране, где я живу, были такие гонки на исходе Советского Союза. Называлась Дзинтера «Волга». Ну, там вот основные спортивные «Волги» были 24-ки. Вот уже нашел один прототип, красную такую, прям красивую. Будет вот 24-ка спортивная. 24-10. Надо нарисовать расширители крыльев. Надо нарисовать другие диски. Диски там, ну, наверное, какие-то легкосплавные. Вот такой интересный рисунок. Вот найду, нарисую, покажу. Вот. Кузов хороший, в принципе. Как бы, с одной стороны, может, даже жалко его портить. Есть у меня еще такой кузов. Ну, этот кузов как раз вот для спортивной «Волги». У кузова имеется трещина вот здесь на стойке. Ну, крыша может чуть-чуть кривая. Как бы можно поправить, это не страшно. Дырку, отверстие под маяк зашпаклевать — это не проблема. Донышко пластмассовое. Ну, вот такое донышко пластмассовое. В принципе, даже очень может быть. Если «Волга» спортивная, она же должна быть легкая. И я подозреваю, что вот как раз-таки донышко пластмассовое для нее самый раз будет. Спортивная «Волга». Не знаю, с которого кузова делать, конечно, ее. Чисто теоретически этот кузов валялся и может продолжать валяться дальше. Но этот кузов, он же целый. Как бы, ну, мало ли подвернется вариант, когда вот тоже кузов с дефектом, а комплектная модель. А у меня кузов будет... Ну, еще подумаю, что делать. Может, с милицейской «Волгой» все-таки буду делать. Смою краску. Попробую поравнять эту стойку кривую. Если все красиво поравняется. А, тут еще одна трещина с этой стороны слегка. Блин. Не знаю. Может, оставить ее в покое. Пускай уже пылится дальше. Кузов. Короче, мою краску смываю, рассматриваю, выдумываю, что из чего, как сделать. Да, так и делаю. Собрал чуть-чуть «Волгу» спортивную. Ну вот, для этого пришлось распечатать новые ступицы, колеса с выносом наружу больше. Эти уже поставил, использовал. Распечатал новые диски. Ну, как новые, те же самые, которые были рисованы, только я сделал как будто бы разварки, то есть широкой полочкой для потолще резины. А распечатал кресло спортивное. Вот такое вот кресло. Одно будет кресло. Еще как бы распечатал переднюю панель без панели. Ну, не знаю, буду ставить такую, не буду. Ну, попробую. Ну, я так думал, может быть, поставить... панель без панели, только колонка рулевая с переполой, с перегородкой и какие-то пару приборов на нее приклеить. Как бы, может быть, так сделать. Вот такая мысль была. Пока не знаю. Вот делаю, посмотрю. Ну, скорее всего, наверное, оставлю черную панель. Вот. Накладки крыльев сделал. Вот. Два комплекта. Один использовал. Ну, такие вот накладки на крылья. И вот выглядит это вот так. По мне так, ну, очень прикольно. Широкая колея теперь. Расточил вот заднюю арку, глубже больше сделал. Резина Диагостини поставил с какого-то рафа, широкая. Ну и как бы так-то она здесь очень красиво смотрится. Заднюю полочку такую с отверстиями тоже распечатал. То есть, ну, в окно просматривается голое железо. Думаю, когда все это белого цвета покрасится, будет красиво. Ну, как-то вот до сих пор. Двигателя пока еще нет никакого. Думал, может, двигатель тоже нарисовать какой-то V8, туда внедрить. Но не, это, наверное, слишком будет.
Ну, Дзинтер Волга простая, саратовская такая, типа простая. Ну, конверсия. Ладно, делаю дальше. Покрасил основу белую, потому что на белую красный ляжет, будет более сочный. Две полосы фиолетовые, две полосы серебра. Как-то разделить. Ну, вот буду пробовать расклеивать. Эту дверь после покраски, ну, я грунтовал. После покраски собрал и сразу зацепилась краска и отломилась. Поставил другую, но у этой более запас, больше это цеплять не будет. Покрашу белый цвет тоже. Вот донышко белое, салон белый, отсек двигателя, все остальное тоже останется белое. Цветная будет только снаружи. Ну, сейчас можно доточить изъяны, которые цепляются. Вот задняя крышка цепляется об кузов, краска отколупывает, надо чуть подточить. Передняя так же само. И буду уже красить, наносить цветные цвета. Такой спойлер спереди получился. Губа. Ну, я ее напильником выпилил, выточил. Как получилось? Ну, вот так получилось. То есть, ну, первый спойлер такого рода делаю. Ну, получилось так. Ладно. Покрашу, я думаю, будет красиво. Покрасил Волгу, клеил сразу же, ну как сразу же, там буквально в один день получилось, я ее покрасил, оклеил, покрыл лаком, оставил, пускай сохнет, ну поэтому промежуточный этап такой. То есть только что была белая, вот она уже почти фактически готова. Ну, надписи более или менее соответствуют автомобильной тематике, то есть Remus, наверное, глушители, OZ это, наверное, диски, свечи, масло. Резина, амортизаторы, турбина, как бы реклама турбины. Ну, в общем, это все, наверное, спонсоры. Они вот пришли и отспонсировали вот эти вот, вот этот вот проект, вот этот. В общем, получилось так, как получилось. Дворник один. Просматривал видео, как они там ездят, эти Волги. Ну да, у них вообще-то дворники по одному. Приборы панелей, панели приборов у них у всех присутствуют, ну, сколько я видел. Но, блин, мне все же кажется, что, ну, она же должна быть легкая. И вот эта вот фигня пластмассовая, ну, там она, как бы, может, и не тяжелая. Но мне прям вот так сейчас, если посмотреть, и, казалось бы, внутри видеть только перегородку, колонку руля, приборы, было бы здорово. Как и здесь тоже, ребра сзади. Наверное, буду делать без панели все-таки. Ну, вот до сих пор налепил. Осталось что? Осталось покрасить черным цветом подкрыльники, арки эти. Вообще получилось достаточно хорошо. Вот если бы заднее правое крыло было бы такое же, как и заднее левое. Или наоборот, заднее левое было бы такое же, как заднее правое. То есть по расцветке. Тут я клеил, все склеилось, все красиво. Цвет уходит, краска так, ну, загинается. Полосы загинаются, все красиво. Я бы, наверное, оставил. Но вот здесь мне получилось, ну, так получилось. То есть я как бы клеил. Я изначально планировал, что они будут черные матовые накладки, поэтому не сильно старался именно на них. Ну и видно, вот тут не прокрас, косяк, тут тоже косяк. В общем, если бы не эта арка, я бы, наверное, оставил в цвет. Но сейчас все-таки буду красить черный матовый. Я думаю, более контраст будет. Передняя решетка черная матовая. Кардан задний мост покрасить. А в салоне нужно сделать вот эту панель приборов. Все-таки, наверное, не буду ее ставить. Оставлю без панели. Сделаю перегородку, какие-то приборчики, колонку рулевую. И будет у меня вот так. Рекаро табурет один. Ну, потому что пилот же один. Это кольцевые гонки, там как бы не нужен пассажир, который читает легенду. И еще вопрос по дугам в салоне. Блин, ну вот дуги, наверное, все-таки было бы надо. Хотя бы даже так, чтобы их было видно. Ну вот по дугам попробую, что получится, то получится. Ну вот так вот выглядит контраст. Вот салон белый, все белое, а наружка красная. Ну вот в салоне. Отсек двигателя тоже белый. Ну вот, деталь, панель, которая держит капот, еще под, надо покрасить, тоже будет белая. Ну вот, ГАЗ-24. Спортивная. Ну, не знаю, мне как бы так пока нравится.
Ну, нравится, да, красиво получилось. Волга спортивная. Ну, вот такая вот спортивная Волга получилась. Черные все эти штукенции покрасил в арки, подкрыльники. Мордашка получилась такая. Фары передние поставил старого образца. Просто сеточка. Панель в салоне отсутствует. Есть только вот перегородка. Рулевая колонка, сам руль. Ну, приборы не стал клеить. Что-то уже устал я от нее. Ну, вот такая вот Волга. Сейчас только быстренько собрать, да и готово. Сейчас попробую собрать быстро. Собрал. Как бы раз-два и готово. Тут она проще пареной репы. Ну, что на ней теперь? Ну, вот такая вот спортивная Волга. Панели передней нет. Есть только перегородка. И в салоне один табурет Рикару. Сзади полочка пустая. Ребра видны. Задние фары, стопник, поворотник. Задний ход, надписи, ничего лишнего. Только передние фары, поворотников нет. Ну, это же спортивная машина. Ну вот, накладка на колеса, пластмассовые арки. Ну, такая вот Волга. Ну, мне прям очень нравится. Сейчас только фотосессия и готово. И готово, и на полочку. Вот была кучка запчастей. Ну вот, случилась опять с модель. Точно знаю, что это никак не последняя спортивная машинка. Вот там Жигули были. Один из них наверняка будет тоже спортивный. Как-то засматриваюсь на Ниву спортивную. Вот если бы саратовскую Ниву переделать спортивную, было бы здорово. И пятерка Жигуль. Вот. И Москвич 412. То есть, как бы, три модели как минимум еще нужно сделать спортивные. То есть, как бы, ну, это на будущее. Посмотрим, как получится.